Демографическая пирамида. Тот тип инфографики, который практически в самом названии уже описывает все, как выглядит эта инфографика. То есть у нас есть мужчины и есть женщины, в данном случае синие это женщины, зеленые это мужчины. У нас есть по оси возраст, вот в данном случае от 15 до 65, и дальше мы смотрим на показатели. Вот здесь это исследование Яндекса, распределение по полу возрасту в некоторых профессиях. И мы наглядно видим, что в юридических услугах у нас есть перебор, ну скажем так, больше мужчин, и вот возраст где-то между 35 и 40 годами. А если мы говорим про копирайтинг, то здесь доминанта у женщин, и вот где-то 20 лет прям пик, очень много копирайтеров женщин 20-летних и плюс-минус. То есть демографическая пирамида вам показывает либо полностью срез жителей страны или жителей мира, как между полами идет баланс, и между возрастами идет баланс. Либо вот даже можно делать не только целиком по всей стране, но и конкретно по профессии распределения вот этой демографической пирамиды.